Да. Угу. А здесь наша задача раскрыть вот этот сустав. Еще раз показываю фото. Да. Раз. Вот сюда я вставляю. Видишь, по другим углом вот туда, чтобы, потому что вот так я попаду в кость. Угу. Ой, видишь, больно. А так вот раз, и на мягкое место развернулся. Да, давай сфоткай вот так. Я делаю раз, видео, да. Вот так два. Угу. То есть так неправильно, вот так правильно. Угу. Видишь? И да. Не больно ему. Угу. Теперь сюда же вставляю вот так вот эту штуку. Так размером мягче, локтя, да. И вот бью. Видишь, в какую сторону? Угу. А здесь бью вот в ту сторону. Еще фото. Угу. Раз. Раз. Здесь сделано фото, да? Да. На кость. Вот. Не на кость, мне ближе, наверное, чуть-чуть сюда. Вот сюда. Вот кость, а это не кость. Да. Вот мягкая. Да. И прям да. Пальцы, ну, да. Больно? Не съезжай, так не съезжай. Прям закрепился на одном месте. Не больно? Нет. Давай вот так фото делай. Либо я ребром ладонь ударил, либо кулаком. Угу. Вот, видишь, другое направление ударил, вот сюда. Угу. Раз, и вот туда. Раз фото, два фото. Угу. По два успеваешь делать фото? Да. Еще раз, раз. Да, я где-то два. Видео даже делаю. Угу. И тоже расшатываем, раз. Фото успела сделать? Угу. Вот тут фото. Да. И как раз внедряется, нашли, где позвонки, да, сросшиеся, допустим. Вот между ними поставили. Угу. Чувствуешь, да? Расстояние между ними маленькое. Ну, где-то, да, вот. Не соскользнуть. Ну, пусть соскользнуть. Вот, чтобы был упор. Чувствуешь, вот упор есть. Угу. По диагонали туда, потому что осистые отростки растут назад. И пробиваю по диагонали вверх. Да. Вот. Ой. Видишь, даже мягче, чем палочка вот эта. Офигеть. Далее по... Ты все видео снимаешь, да? Угу. Вот по этим отросткам можно тоже пробить. Реберные, да? Да, реберные. Смотри, докуда я иду. Угу. До первого ребра. Угу. Видишь, загибаю. И пробить остистые, потому что они могут... Да, помашите ручками.